Всем привет! Сегодня я покажу вам очень красивый, высокий, объемный пучок, который вы легко повторите на самой себе. Обязательно досмотрите это видео до конца и поставьте лайк. Для создания прически нам нужно собрать все волосы в высокий хвост. Распределим хвостик равномерно вокруг резинки. Сожмем вокруг резиночки и сверху завяжем еще одной резинкой. Слегка вытянем объем у получившегося пучочка. Далее берем небольшие сектора волос и заправляем их кончики под резинку, как бы подворачивая наверх. Эту манипуляцию проделываем по всему периметру нашего пучка. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Напишите в комментариях, куда бы вы пошли с такой прической. Я думаю, он отлично смотрится, как вечерняя прическа на любой праздник. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал Beauty Maker и жмите колокольчик, чтобы не пропустить все новое и интересное. До новых встреч!